Ух ты, ух ты. Бежим, 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 бежим. Придурки! Что вы сделали? У нас теперь 53,8. Взяли, взорвали зачем-то. А, попало. Да вы что, издеваетесь все? Лестница, лестница. Кто там меня? 33. За филейную часть. Давай встречать по ящику. Может там что-то подкинуть? Да как-то не подкинули. Подожди. Оп. 50. А он уже все. Вы не можете включить питание. Тогда этот поезд доставит вас на поверхность. Мы пытались сами, но там, возле генераторов, там такое, там везде эти существа. Дайте сожрать что-нибудь. Я и забыл совсем. Попал, смотри. Это мне надо будет вот эту повозку сюда, потом сюда забежать, развернуть ее. Да вы шутите? Нет, ну забежать, развернуть-то, наверное, можно, но вот как... Да плевать он хотел, сейчас тебе еще раз поджарить. Да, наверное. О! Это где отвалилось? А, это я здесь был, да. То есть мне сюда куда-то. 27. Мелкий? Ага. Мелкий живой, что ли? Ага. Получи. О, Туповиком. Аптечка. Тихо, да тихо, где там? Ты? 25. Где там кто еще? Вот гады. Моя аптечка. Фу. Живем. Ну не так, очень, чуть-чуть. Не очень живем, но живем. Хе-хе-хе. Да они бы сами, наверное, подорвались. Может быть. Ну так, для надежности. У вас там что-то капает в обратном направлении. Странно. А, нет. Открой. Не закрывай. Прыскай прям. Ладно, я ничего не видел. Кто тут? О, аптека. А, еще один. Нет, сначала давай, ага, его сначала дропнем. А, подожди, перезарядка. Дайте что-нибудь. Полезное. Ладно, давай включиться. Ща. Да ладно, ни одной аптеки.
Ой. Ненавижу людей. Особенно вот этих. Какие-то наглые и мерзопакостные. Вечно выскакивают прямо перед тобой. И не успеваешь ничего сделать нормально. Уже ждут, смотри. Куда ты пошел вот? Да чё ты не взрываешься-то? По ящикам, что ли, пытался? Ну да. Что-то как-то... Так я и говорю, они какие-то... Ну, за 48%. Фигово убиваемые. Здоровье. Дайте аптеку срочно. А ты тут всю съел, да? Нормально. Сейчас выскочит какая-нибудь дробь. Ну да. Я же говорю, выскочит. Чё-то я сильно убежал. Как так? 89%. И чё? Не знаю. Вроде убили. О, у меня подствольник есть. Теперь. Так, а вот еще ход. Здесь у нас засада большая. Засада. Все разбежались. Да уж. Энергия. Нет, не падать. Я думаю, там засада. Энергия. 50%. Так. У меня магнум есть. А когда мы его взяли, я не помню. Что, не видел, что ли? Мужик, который лежал там в этом аппарате, сказал, вот поезд там, мы хотели его поднять. Балда. Немножко. Там еще граната осталась. Я не могу я ее взять. Я все. В том плане, что запомни. Нет. У меня память плохая. Получается, у нас в другую сторону. Ход что? Только вниз. Нет, а в другую ты прошел, да, там? Сюда. Нет. Да. Нет. Нет, да. Прошел, прошел, да, получается. Нет. Подожди, нет, я не могу здесь пройти, потому что здесь куча ящиков. Просто тут уже кровь, я что-то... По-моему, я запуталась. Аккуратно. А это там, где мужик стрелял сверху. Наверное. Ну да. Ну вот. О, красота. Какая. Ну и все, теперь получается только вниз. Сейчас мы сделаем это вот так. Зачем? Потому что там засада. Сохранимся и вперед. Глючные. А почему они такие глючные-то?
Ну им зато хоть немного надо. Там лестница, если упадешь. Угу. А интересно, зачем? В смысле, зачем туда падать? Если упадешь случайно. А вдруг не случайно упаду? Себе ты такие вопросы мог бы и не задавать. Че это ничего не положили-то? Такое нычковое место прямо. Я прям вот чувствую, что ты возмущен. До глубины души. Мне не нравится это место. Ползет, ползет, смотри, красавчик. Деловой такой. Все, отползался. Вниз не пойдем? Да вообще надо бы, конечно, посмотреть, не трать аптечку пока. О! Наверное, я сюда не смогу пройти. Электричество. Всяческое. Ай, ай, ай. О, влево давай заруливай, а то разобьешься как-нибудь. Не надо как-нибудь. О, мягенько. Сохранимся. Нет, смотри, прошел. А что внизу там по лестнице, интересно? А, ну вот подключить надо, видимо. Вот. Вот ну так. Да. Шарахнуло бы. Хм. Может, мне туда и надо? Может. Давай вниз сначала. Они что, кусаются прям, да? Вот это кусается точно. Или они как тараканы просто? Я думаю, как тараканы. А, гадость какая. Вот что. Все сломало. О-о-о. А кто их сюда положил? Военные, наверное. Ты смотри, кусаются. Кусаются, да? Ну да, они смотри, прям за мной. Смотри, за тобой толпой несутся. Не дать патроны? Воды нет. Че не давят? Все, они померли. Так, мне интересно. Что дальше? Сохранись. О, включил. С обоих сторон. Наверное, наверх. Наверное. Только вот вопрос. На самый или на средний? А! А, это мы тут были как раз! Ага. Сидит, ждет. Не, я его убил. А чё у него прям так? А, понятно, глюк какой-то. Так, стоп, куда нам? Я что-то запутался. Куда вы взялись? Может быть, не на самый верх надо было, на средний уровень? А вот в этом зале, где ты вот сейчас мужика стрелял, там вниз ход, это что? Там мы пришли оттуда. Ой, там аптечка. Наверное, зря опять сюда пришел. Или нет? А это вот средний уровень, я так понимаю, да? Да, здесь... Нет, это... Да-да-да, это средний. Тут у нас стреляется, интересно. А вот ход. На ту сторону смотри, вон. Подожди. Да? Даже... Нет, стоп. Что это? А, нет, мы отсюда пришли. Да-да-да. А на той стороне что? Ничего нет. А-а-а. По-моему, я опять перемудрил немножко. Да нет, нам отсюда некуда больше. А, так нам же обратно надо идти теперь. Тележку катить. Ну да, точно. Включили генератор, электричество подали. Теперь бежать. Сюда, куда?
куда-нибудь наверх. Это были мои. Зато проверили их актуальность. Я плачу. Я не смогу. Вы идите. Вот у этого ты взял магнум. Говорит, что питание выключено еще. Ну да, оф. Что-то не включили где-то. Погоди, ну включили же. Или нужно еще где-то что-то нажать? Я вроде нажимал, где надо. Или нет еще? Не пойму. Основа мощи не на. А-а-а! Что не на? Давай. Не на. На. Так, я не понял, что мы где не включили, ну. Что за фигня? Вот большой тоннель, это что? А, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. 68. Ай, ну больно же. Похоже сюда. Прячемся куда-нибудь. Хорошо, он тебя догнал. Точно сюда. Гад. Так. А как бы нам его отвлечь? Интересно, он на звук как-то реагирует? Не знаю. Но он какой-то... Пусть он... Он вообще куда уходит-то? Он вообще заходит в тоннель, вот куда... Там, где тележка стояла? Нет. Или заходит, побежали! Гад жарит! Драпаем и прячемся. Пусть он уйдет, а мы потом уже все сделаем, что надо. Все. Ух. Так и знал, так и знал. Ушел? Нет. Нет, теперь здесь будет ходить, да? Фиг его знает. То есть надо будет пробегать, включить? Видимо, да. Пробежал, включил, побежал. О, он ушел. Может его кто-то заманить туда? Еще разок. О, интересно, его это, молния треснет, нет? Смотри-ка. Ему плохо. Да ему просто совсем нехорошо. Офигеть! А знаешь самый большой прикол в чем? В чем? Я, когда первый раз здесь проходил, я его здесь не убивал. Я здесь страдал. По крайней мере, в памяти. Это было именно так. Я парился, бегал телегу эту, включал, выключал вместе с ним. Он жив был. Ау! Электричество. По рельсам не ходи. Да, надо было сначала включить. Да. Поворотник. А мы сами его туда повернули. Платформу повернуть. Они допрыгнули. Ау. Сейчас еще раз будет. Нет? Нормально. Что делаешь? Пытаюсь. Все, ты не поедешь? Надеюсь, когда я поверну ее, она такая фью, и усвистит. Ау. Нет, не ау. Контрольный сейф. Поехали. Погнали. Приехали? Нет. Нормально. Ух
Ух ты. Полечиться можно. Фриман, я ждал тебя. Один из наших ученых передал тебе сообщение. Ты должен запустить некую систему ракетной доставки. Я точно не знаю, где это. Этот ученый так беспокоился о своей шкуре, что не сказал мне. Что я знаю, так это то, что военные отключили систему запуска, так что, когда найдешь ракету, тебе нужно попасть в комнату управления и запустить ее самому. Он еще сказал что-то насчет того, что нашей группе Лямбда нужна эта ракета на орбите, если мы хотим привести тут все в порядок. Ничего не понял. Ну, ладно. А что тут понимать? Я тоже не особо в нюансах разобралась. Короче, надо включить какую-то хрень. Ладно. Чтобы Лямбде было хорошо. Вот все. Че? А вон, за тобой, смотри, спускается. Фига уже там. Не надо. Сопелька. Все. Счастливо оставаться. Сопелька. Вперед. Хорошо. Вопли какие-то. Или мне показалось? Не знаю. О, собаки. Там собаки были. О, там вкусняшка какая-то была. А, ты можешь останавливать сам, да? Да. Стоп, я не могу. Так назад давай. Надо, наверное, к собакам проехаться. Что у них там? Энергия восстановлена. У них там вкусняшка какая-то, что ли? Я думаю, да. Наверняка что-нибудь есть. Еще один. На тебя, мордасом. Стой. Это куда это мы? Может, куда надо опять приехали? Не знаю. Может быть. Опс. По-моему, мы куда надо приехали. Что за звуки? Понятно. Вот такой быть. Руки-ноги такие валяются всякие. Угу. Но главное, что она их пожрала, мне с ними сражаться не надо. С ней это как-то проще. Забавно так у них, конечно, сделано. Куча глаз, но закрывается одним. По-моему, куда надо идем. Очень уж дорога такая. Здесь везде куда надо. О, с комфортом. Ну надо же. В какой-то веке. Там эти сопли. Ты вот видела ее? Нет. И я не видел. Обнаружены легкие ранения. Нифига себе, легкие. Энергия восстановлена. Энергия. 15%. Энергия. Взяла лифт, сломала. Все, приехали. Видишь, а ты говоришь. Туда, не туда. А вот там решетка какая-то еще в воде была. Что это такое? А, ну может быть. Только я боюсь, меня током сейчас. Нет. Нет. И током меня здесь не бьет, но... О. Слева оставаться. А вот это не открывается? Неожиданно. А! Обнаружил. А, зачем я сюда пришел? Не, ну нормально.
Все? А, еще. Там же ничего нет, помните это. Вдруг кнопочку какую-нибудь на ракете надо нажать. Все? Нет? Вроде все. Да нет тут никакой кнопочки. Нафига мы вообще сюда пришли? Мы ее, может, запустим? Если честно, не помню.